Господа, сегодня мы у производителя джакузи, спа-бассейнов. Сегодня разберем с вами самые популярные модели, поговорим про технические характеристики, какие есть формы. Ну и, конечно, смотрите ролик до конца, будут цены прямые от производителя из Китая. Мы находимся на уличном шоуруме прямо от производителя. Здесь для VIP-клиентов даже устраивают вечеринки. Можно поплавать в каждом бассейне отдельно. И вот сейчас я нахожусь у самой огромной модели 10-метровой. Здесь можно профессионально заниматься спортом, прям плавать на высокой скорости. И эта модель не самая популярная для экспорта, друзья, потому что 10-метровый джакузи, для него нужен open top 40-футовый контейнер. Ну, он достаточно стоит дороже, чем обычный. Транспортировка достаточно дорогая. Но дальше я вам в ролике, конечно же, покажу более популярные модели и выгодные к приобретению. Хотел вам рассказать про характеристики конкретно спа-бассейнов. Джакузи, спа-бассейны сделаны из акрила. Акрил есть двух категорий. Один импортный американский многослойный и такой же многослойный аналог китайский. В чем различие? Американский вариант — гарантия более 10 лет. Ну там иногда маркетинг пишут в рекламах 20 лет гарантия на акрил, что он не выцветает со временем. Китайский вариант — более 5 лет использования на улице или внутри помещения, постепенно меняет цвет свой. Ну, то есть он не там черным не становится, но оттенок изменяется. Вот в чем различие. Ну и цена в 2 раза, соответственно, отличается. Про это все умалчивают, про этот акрил. Вторая характеристика, друзья, это управление. Управление может быть от местных производителей, но это не чисто китайские производства, это совместные предприятия с какой-то европейской компанией, с немцами, например, китайцы вместе разрабатывают. Или компания Balboa, это уже топ совершенства в управлении такими устройствами, тоже есть дополнительная такая функция. Мы вам покажем, чем они отличаются. Смотрите дальше и не переключайтесь. Предлагаю рассмотреть одну из самых популярных моделей большого размера, выгодные для транспортировки. 8-метровая джакузи, 4-местная. Ровно помещается в 40-футовый контейнер со всей упаковкой. Мы сейчас с вами разберем не спеша все технические данные, и я назову очень выгодную цену на именно на эту модель. Очень большой список дополнительных опций есть у каждой модели. Все это можно обсуждать в офлайн или онлайн туре с нашими комплектаторами. Какой акрил использовать, какое управление, сколько добавить, каких опций, подогрев нужен, не нужен и так далее. Мне производитель выписал опции этого бассейна. Значит, он 4-местный, 4 сиденья мы видим. Вес этого бассейна без воды 1,5 тонны. Вмещается емкость воды 9000 литров. Очень важный момент. Заполняется водой бассейн 2 часа. Многие пишут, производители, 40 минут, час. Это не так. Все зависит от размера форсунок. Конкретно эта модель, вот она заполняется реально 2 часа. Эта модель выполнена из американского акрила, что составляет гарантию 10 лет. Можно поставить и на улице, и внутри помещения такой же цвет и сохранится у изделия. Есть дополнительные рамы из нержавеющей стали, антикоррозийные. Есть АБС-пластик, вот нижняя часть под этим ковшом выполнена из АБС прочного пластика. Несколько помп стоит по фильтрации. Дополнительно есть турбина 2,8 кВт. Когда вы плывете на высокой скорости, помпу можно увеличивать мощность и скорость, соответственно, вашего движения. В этой модели присутствует 60 форсунок. Два варианта массажа. Air-массаж, вот пузырьковый массаж, и гидромассаж. Тут уже на ваш выбор, можно все в контрольной панели выбирать. Есть дополнительный насос, которая осуществляет циркуляцию этой воды. Мотор этот 750 ватт. Одна помпа 3-киловаттная, которая подогревает эту воду. Есть дополнительная помпа для зонирования воды в этой модели. 2 фильтра для циркуляции и 2 общих фильтра. Есть у нас дополнительная LED-подсветка. Есть подголовники силиконовые на лежачках. 18 форсунок, которые исполняют хромотерапию. Управление компанией Balboa.
американское. Это топ-бренд, как Mercedes, грубо говоря, в этом направлении. То есть аналоги, но все равняются на Balboa. Есть кожух защитный. Можно заказать еще подогрев, дополнительную помпу. Дополнительная помпа для подогрева воды стоит 53 тысячи юаней. То есть если вы, конечно, в среднеконтинентальном климате находитесь, у вас там постоянно холодно, вам обязательно нужно ее добавить к этому джакузи. Обязательно. Потому что это будет вообще нагреваться непонятно сколько времени. Стандартная комплектация, о которой я сейчас вам рассказал, стоит 193 тысячи юаней. Это правда очень выгодная цена для такой огромной модели. Чтобы вы понимали, это будет отдельный контейнер. Сразу добавляйте где-то 40% расчетно. Это будет доставка с таможенным оформлением в вашу страну. Расчетная цена. На момент покупки будем все обсуждать. Что нужно еще добавить в эту модель или что убрать, это все уже будете обсуждать с нашими комплектаторами. Вашему вниманию представляем еще одну модель, немножко короче. Значит, эта модель у них на акции, самая популярная в продажах в Китае, по крайней мере, на внутренний рынок. Поэтому они вот на нее прям сделали специальную цену. И сейчас более подробнее о характеристиках конкретно этой модели. Значит, эта модель у нас 5,8 метра, 2,3 шириной, глубина 1,5 метра. Соответственно, ей тоже нужен 40-футовый контейнер. Но не open top, а обычный, поэтому здесь еще будет даже место погрузить вашу мебель. 1200 килограмм – это ее сухой вес, 6800 литров. Естественно, вода будет наполняться гораздо быстрее. Здесь за час-20 вы ее полностью наполните. Четырехместная, американский акрил, 10 лет гарантии. Рама тоже антикоррозийная, из нержавейки у нее. Нижняя часть из пластика сделана высококачественно. 55 форсунок, это тоже приличное количество. Чем больше форсунок, тем дороже, как правило, модель. Есть у нас в этой модели гидромассаж и пузырьковый аэромассаж. То есть, в принципе, все как в супер навороченных этих системах, только эта модель немножко короче. Есть 3-киловаттный подогреватель воды, соответственно, помпа, но она достаточно медленная. Есть озоновый генератор, дополнительные 2 комплекта фильтров, 5 видов подсветки LED, импортная система, они пишут, управление, но это совместное предприятие, китайско-немецкое. И есть защитный кожух в этой модели. Достаточно оптимальный вариант, недорогой относительно других моделей. И я думаю, не просто так популярный внутри Китая. Плюс сегодня у них акция, и цена составляет 115 тысяч юаней. Производство всех бассейнов составляет 45 дней с момента предоплаты. Все эти опции, конечно, можно обсудить. Цвет акрила, нужно добавить фильтрацию. Нет, достаточно ли вам одного массажа гидро или там пузырькового, хотите, может, увеличить количество форсунок. Можно обсуждать эти детали с нашим отделом продаж. Всего 3 формы, самые популярные, гидромассажных ванн. Это прямоугольные, квадратные и вот такие вот круглые формы. Здесь, например, на 5 человек рассчитанный вариант. Но есть минус, я считаю, в этих круглых формах. Рассчитано на такой средний рост. Потому что если у вас рост свыше 190 сантиметров, тут, конечно, поместиться будет достаточно неудобно. Поэтому всем ребятам, кто имеет рост 190+, лучше рассматривать квадратные версии. Мне сейчас принесли характеристики. Я смотрю, шестиместная. Я говорю, наверное, на 6 китайцев рассчитано. Потому что наших тут парней, ну, 3 человека максимум с пивом поместятся. Цена на эту модель 45 тысяч юаней. Ну, правда, действительно выгодная цена. При этом здесь этот акрил американский. 41 форсунка в этой модели. Тоже фильтрация есть. Аэромассаж, гидромассаж. Контрольная панель управления компании Balboa американская. LED подсветка, генератор для циркуляции воды. Есть дополнительные насосы. То есть, в принципе, она тоже достаточно жирной комплектации. Это круглая джакузи.
достаточно оптимальная модель, вот эта вот небольшая, и есть квадратная версия трехметровая. Вот эту модель мы не будем рассматривать, друзья, потому что она плохо размещается в контейнере и неудобная в транспортировке. Поэтому рассматриваем оптимальный вариант. Квадратная пятиместная джакузи. Действительно удобно при размещении. И здесь 2,2 на 2,1 метр. Соответственно, 1,80 м, 1,90 м роста любой человек может спокойно разместиться. 4 лежака и дополнительно в одном углу есть массаж плечей. В этой модели 72 форсунки. Она достаточно навороченная. И гидро, и аэромассаж есть. АБС пластик, акрил американский. Все эти системы фильтрации включены. Управление Balboa американское. Достаточно просто, интуитивно включить все эти системы. Цена этой модели 40 тысяч юаней. Сейчас все максимально включены массажные опции. Но я бы сказал, не сильно шумно. Есть такие модели подешевле, там на $1000, будет так шуметь, что вы не получите никакого кайфа от этих изделий. Еще одна модель пятиметровая с меньшим количеством форсунок, но с самой такой мощной помпой для плавания. 12 скоростей можно воды настроить. То есть эта помпа достаточно дорогая. Можно, например, приобрести пятиметровый бассейн с не такой навороченной помпой, но с дополнительными сидениями, массажами и так далее. Или упростить и за эти же деньги заказать вот такую модель, но с одной вот мощной помпой для плавания. И все. И, конечно, если вас интересуют перголы, вот такого варианта автоматически. Жалюзи могут закрываться, открываться автоматически. Верхние створки добавить. Все можно будет обсудить тоже с этим предприятием. Конкретно про эту модель сложно сейчас рассказать. Нет технических данных. Посмотрите, какая переменчивая погода у нас в провинции Гуандун. Субтропический климат и уже пошел дождь. И можно обратить внимание, какие защитные есть автоматические конструкции алюминиевые для спа-бассейнов. Дальше вы можете обратить внимание, еще одна модель со стеклянной конструкцией, тоже автоматической. Сразу пошел дождь и система автоматически закрылась. Думаю, мы достаточно разобрали в этом ролике с вами популярных моделей бассейнов. У вас есть всегда возможность напрямую от производителя заказать, минуя разных импортеров от нашей компании, разные изделия, обсудить детали, и мы организуем доставку по всему миру. Конечно, комплексные закупки вместе с вашей мебелью. Для этого достаточно оставить заявку на нашем сайте, и наш отдел продаж с вами свяжется и более подробно проконсультирует. Друзья, я всегда очень рад, что вы подписываетесь на наш канал, пишите комментарии. Большинству из вас нравятся наши обзоры, вы ставите лайки. Ну и на этом я заканчиваю наш обзор и желаю вам хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч, всем пока!